Новогодние праздники закончились, и эксперты в области туриндустрии подводят итоги зимних каникул. Около 400 тысяч россиян провели это время за рубежом. Самый популярный маршрут – безвизовые страны с теплым климатом. Ввиду того, что Египет теперь для россиян закрыт, спрос перераспределился на Таиланд, Вьетнам и Доминиканскую республику. Средняя стоимость отдыха – $1000 на человека за неделю. Стабилизация рубля сыграла свою роль. У людей появилась уверенность в том, что валюта будет стоить примерно столько, сколько сейчас, и они могут свободнее планировать свой отдых. Отдых внутри России по большей части экскурсионный, насыщенный осмотром достопримечательностей. Рейтинг самых популярных городов возглавили Санкт-Петербург, Москва и Казань. Прорывом года эксперты называют Тамбов. Благодаря званию новогодней столицы России объем бронирования в ряде отелей увеличился в 2 раза. Средняя стоимость 5-дневного тура для семьи из 3 человек без учета транспортных расходов составляет 30 тысяч рублей. Велик спрос и на горнолыжные курорты. Касается практически всех регионов, потому что в каждом регионе есть горнолыжные центры разного уровня востребованности, регионального, либо окружного, да, федерального округа. Связано, на наш взгляд, в том числе с тем, что рано наступила зима, рано лег снежный покров, и катание было хорошим. Среди главных событий будущего сезона эксперты называют открытие Египта. Это может произойти к марту. Родина фараонов является для России самым бюджетным из зарубежных курортов.